духи на удачу, то есть духи либо смеси для удачи. Что у нас для удачи? Для удачи у нас масло базилика. Вообще базилика это масло удачи. Я вот, кто у меня на мой инстаграм подписан, я выкладывала как раз на Хэллоуин мистическую историю по поводу базилика, что мой учитель по тестированию на маслах, как раз она облилась один раз маслом базилика, вот, и в этот день ей просто невероятно, очень сильно везло. Вот, и что можно добавить к базилику? К базилику можно добавить что-то пряное, да, например, если вам вот это все раскрытие возможностей нужно для увеличения дохода, то здесь можно добавить, например, масло кардамона, я думаю, что должно быть неплохо. Либо, например, можно посмотреть сочетание с имбирем, тоже, я думаю, что должно быть хорошо. Базилик плюс имбирь, то есть удача плюс сила воли. И вот такое сочетание, в принципе, тоже неплохо, потому что в базилике есть вот эти вот пряные ноты. Базилик достаточно неплохо сочетается с другими пряностями. Можно попробовать составить с базиликом духи для удачи, но базилика здесь нужно брать немного, капли две, иначе аромат будет очень лекарственный. Например, бергамот плюс базилик плюс, например, масло кедра для такого ощущения внутренней целостности, да, внутреннего стержня. Вот такое можно посмотреть сочетание. Значит, смотрите, попробуйте с кардамоном. Так, с чем у нас еще может быть базилик? Какие еще варианты могут быть? Как вы думаете? Ну, подумайте, да, с чем еще базилик можно сочетать? А базилик кардамон понравилось, отлично. Мне прям самой захотелось это сочетание сделать, но я не могу его найти, что за безобразие. А можно, кстати, знаете, с чем? Давайте сейчас я с зеленым мандарином посмотрю. Вот базилик плюс зеленый мандарин, очень неплохое сочетание, потому что зеленый мандарин у нас тоже такое спонтанное творческое масло, то есть тут будет еще и на раскрытие творчества, если с зеленым мандарином. Можно зеленый мандарин даже плюс кардамон попробовать. Вот, я кардамон нашла, ура! Сейчас мы с ним посмотрим. То есть как раз здесь смотрите, как получится, очень здорово. Зеленый мандарин пойдет в верхние ноты, кардамон и базилик пойдут в средние ноты. Мне нравится, вот я собрала. Я собрала зеленый мандарин плюс кардамон плюс базилик. Очень неплохо получилось. Очень неплохо получилось. Вот, мне нравится. То есть это прямо уже как готовые духи идут. Кардамон. Одна капля, пару капель базилика, капель 5 зеленого мандарина. И вниз, например, можно... Что можно вниз? Можно вниз, например, если это какие-то денежные возможности, можно вниз масло пачули будет хорошо.